Портал детали. Главные новости Израиля и мира. Здравствуйте. На канале Итон ТВ программа «Тема дня». Сегодня ее веду я, Михаил Горин. Мой собеседник, главный редактор израильского портала «Детали» Эмиль Шлимович. Эмиль, приветствую. Да, здравствуйте. Добрый день. Сразу несколько тем хотелось бы обсудить, ну, как позволит время, сколько успеем. Ну вот, много шуму наделала история с музыкантами группы Би-2. Она считается российской группой, но не чужда и нашей стране, как выяснилось. Дело в том, что эта группа гастролировала в Таиланде, и там произошел неприятный казус. Таиландские власти задержали музыкантов под предлогом того, что они давали концерты якобы без официального разрешения. По данным сразу нескольких СМИ, этот инцидент был инициирован представительством России в Таиланде, которое добивалось задержания Би-2 и депортации их в Москву, где они, кстати, считаются противниками режима. Но вмешались израильские власти, и дело в том, что несколько музыкантов являются гражданами страны, и все музыканты, вся группа благополучно прибыла в Израиль. Кстати, неофициально в МИД Израиля пояснили, что одним из главных доводов Израиля в убеждении властей Таиланда разрешить музыкантам уехать в Израиль было то, что депортация музыкантов в Россию равноценна их отправке в тюрьму на длительный срок. Эмиль, скажи, пожалуйста, вот у нас часто происходили, ну, не подобного рода инциденты, но какие-то из инцидентов возникали проблемы у граждан Израиля за рубежом. И не всегда МИД Израиля вовремя вписывался и вмешивался в эти истории. И они благополучно завершались, и мы за это справедливо критиковали МИД. Здесь все было сработано, что называется, без шума и пыли, но очень технично, грамотно и, самое главное, быстро. На твой взгляд, почему так произошло? Мне кажется, что очень многое зависит от человека на месте. Вот консул в Таиланде – это человек на своем месте. Элис Не переворачивал там каждый камень для того, чтобы помочь ребятам. И я думаю, что от этого многое зависит. Он активировал и свои другие контакты, и ребятам на самом деле помогли, причем помогли даже тем, кто не имеет израильского гражданства. Да-да, я оговорился. Вытащили их. Значит, вытащили всех, потому что подключилось очень много людей. Среди тех, кому выражают благодарность музыканты сегодня, есть Юлия Эдельштейн, есть Рина Невзлина, есть адвокаты, есть Аббас Галямов, то есть кто-то поднимал шум, кто-то кому-то звонил. Короче говоря, министр Кац выступил потом с заявлением, в котором отметил грамотную работу. Со второй стороны, это зависит еще и от того, кто и как управляет МИДом, видимо. Причем я здесь даже не министра имею в виду, хотя Кац, в общем-то, управленец опытный, но генерального директора, как бы другие структуры. Но в первую очередь, на мой взгляд, это именно консул. Потому что у нас были же на памяти другие случаи, когда в Беларуси, например, израильтян хватали, да, были ребята, которых били, которых пытали, у которых просто забрали элементарный израильский паспорт, и которые после этого уже, я молчу про то, что консульство в Беларуси там не вмешивалось, но которые потом пришли в консульство, сказали, у нас паспорта нет, мы не можем вылететь. У нас отправили и тоже, в общем-то, им объясняли, что зайдите попозже, зайдите потом, как бы. У нас есть, кстати, вы знаете, наверное, что в МИДе вообще по правилам израильским существуют возможности до 11 политических назначений. Да? То есть министр, приходя, может сказать, окей, мне нравится этот человек по какой-то причине, там, за былые мои там, партийные заслуги, я решил его куда-нибудь назначить послом, как бы консулом там, и так далее, в Беларусь, куда угодно. Да, вот. Таких случаев было много.
кадровые дипломаты, которые, опять же, они подчиняются своему руководству, но любую работу, как мы с вами знаем, можно делать спустя рукава и не обращать ни на что внимания, а можно работать, когда того требует ситуация. Вот я думаю, что 90% заслуги здесь это именно у консула Элисне, за что ему от всех спасибо. Скажи, пожалуйста, ответь, пожалуйста, на такой вопрос или прокомментируй. Не является ли вся эта история еще фрагментов наших отношений сегодняшних с Россией? Как известно, на фоне войны они стали просто какими-то невразумительными и непонятными. Россия откровенно поддерживает Хамас, принимает у себя там делегации, у которых не то что руки по локоть, по плечи в крови, которые санкционировали всю резню 7 октября. Их принимают официальные лица, включая заместителя министра иностранных дел. Там откровенно поддерживают Иран, с ним обмениваются поставками вооружений и много чего другого. Я уже не говорю, что все это проходит на фоне такого, практически возрождения каких-то антисемитских шабашей 30-х годов, когда российская экспресс-газета публикует репортаж с похорон поэта Льва Рубинштейна таким антисемитским душком, что тут даже не идет вровень немецкая пресса фашистская 30-х годов в Германии. Плюс за некоторые заявления министра иностранных дел. Я хочу тебя спросить два вопроса. Первое. Может быть, поэтому так яростно вписался Израиль за российских, в общем-то, музыкантов, хотя и граждан нашей страны, но не всех граждан. Вот. И второе. Они после войны у Израиля дойдут руки, на твой взгляд, переформатировать свои отношения с Россией? Я думаю, что если Израиль захочет, то он может и не дожидаться конца войны. Вот. Но я повторю то, что всегда отвечаю на этот вопрос, еще там с 22 года. Да? То есть, на мой взгляд, в Израиле существует два политика, как минимум два политика, которые смотрят снизу вверх на товарища Путина и всех, кто его окружает. Значит, это Бениамин Нетаньяху, который сейчас является премьером до определенного момента. Да? И это Либерман, который находится сейчас в оппозиции. Поэтому я не питаю особых иллюзий по поводу в целом переформатирования отношений с Россией до тех пор, пока сама Россия не превратится из хромой утки в окончательно неходящую, когда она вообще перестанет представлять какой-то интерес. Вот. Если есть желание переформатировать, то оно может осуществляться уже сейчас. Вы перечислили там встречи с Хамасом. Во-первых, Хамас там принимает не только Богданов, а сам Лавров его принимает. Во-вторых, не далее, как 25 числа в России принимали хуситов. У меня складывается впечатление, что все эти милые организации, они сначала обращаются в Иран. Там говорят, знаете, денег нет, но вот здесь вот за углом у нас пацаны сидят, к ним давайте. И, соответственно, к ним все едут. Хамас, Хизбалла, хуситы, Иран, антисемитская риторика, которая прорвалась по вполне определенном кругу. Это определенная кремлевская башня, это вот Нарышкин, Патрушев, Лавров, одна и та же комарилья, которая сейчас решила открыть охоту на музыкантов. Причем, ведь что интересно, если бы на самом деле вопрос заключался в нарушении какой-то там лицензии, то задерживать, арестовывать, я уже не говорю о том, что такое случается и ограничивается штрафом. Но если вы решили всех наказать показательно, то задерживают организаторов концерта. Задерживают организаторов местных, задерживают организаторов, может быть, наших, но уж точно не музыкантов. Это абсолютный заказ для того, чтобы запугать других, для того, чтобы показать, что, ребята, вам станет труднее зарабатывать. Там же сейчас в России обсуждают и возможность уменьшить им роялти, не конкретно B2, а вообще, музыкантам. Каким-то образом ударить по карману там, и так далее. То есть, перед, тем более, якобы выборами, которые у них там готовятся, мы будем становиться свидетелями вот такого разгула в одной стране, в другой стране. Не исключено, что то, что я сказал про активность нашего консула, оно может касаться и активности российского в Таиланде. Не исключено, что в Таиланде именно этот консул
решил проявить себя с лучшей стороны перед Лавровым, получил его разрешение и запустил всю эту машину преследования. Как бы, а в другой стране кто-то будет сидеть спокойно. И, ну, это нормальная, как бы, ситуация, когда любое тоталитарное государство пытается так или иначе давить тех, кто с этим государством не согласен. То есть изменение вообще взаимоотношений с Россией с учетом вот военной реальности ты не предвидишь? Нет. А вы видите какие-то изменения последнего времени, когда Россия – это страна, которая может предоставить технологии установки ядерного заряда на баллистическую ракету, да, Ирану? Россия – это страна, которая может усилить территорию Ирана системами ПВО. Россия много чего может дать Ирану и, соответственно, у Ирана забрать. Да, меня, например, не удивляет, что в одном из обстрелов севера нашего был использован российский противотанковый стационарный комплекс «Корнет-М». Да, это более новая модификация, чем те, которые всегда были у Хизбаллы. Понятно, что такое оружие, оно попадает чего угодно. У боевиков есть израильское оружие, американское оружие. Ну и, соответственно, любой импортер. Любое оружие бродит по миру, так что... Любое оружие, совершенно верно. Но вопрос заключается еще и в том, куда и кому вы его поставляете. Как бы поставлять оружие Асаду и при этом якобы не знать, что оно попадет к Хизбалле, это нереально абсолютно, невозможно. Я не говорю про другие инциденты, которые были с попыткой обстрела нашего самолета. Вот, не существует уже ПВО и российских советников, которые обслуживали это ПВО в результате. Но это однозначно недружественная Израилю страна, которая стоит на грани того, чтобы из недружественной превратиться во вражескую. Израиль, я не знаю, как бы... Израиль, может быть, и правильно делает, что не педалирует эту ситуацию. Вот, и как раз нынешний щелчок по носу, это может быть таким хорошим ответом Лаврову и его ведомству на очередные его выпады. Да, его или его сотрудников, там Маши Захаровой, или подчиненных ему пропагандистов, вроде Симоньян, ну и так далее. Как бы, чтобы они просто... Ну и кроме того, несомненно, это огромный плюс для имиджа Израиля, для имиджа еврейского государства. То есть, вот... Вот фраза «своим не бросаем» после целой череды того, как мы, да, на мой взгляд, неправильно относились к нашим людям, попадавшим в некрасивые ситуации за рубежом, она вот сегодня проявилась в полной мере. Это имеет огромный отклик по всему миру, не только русскоязычному. Я уже видел и CBS, и Human Rights Watch, и многие другие публикации. Оно, услуга, которая МИДом Израиля оказана стране, она просто, ее трудно переоценить. Да. Еще одну тему попрошу вас прокомментировать. Она, в общем-то, внутренне израильская, но отчасти и российская, да и вообще международная. Известный миллиардер Роман Абрамович выиграл дело против израильского банка Мизрахи Тфахот. Речь идет о том, что Роман Абрамович решил перечислить израильской волонтерской организации ЗАКа, очень известной и уважаемой, 8 миллионов шекелей на такой благотворительные акции и реальную работу этой организации. Но банк отказался перечислить эти деньги. Я просто рассказываю телеграфную историю, эту историю для тех, кто не в курсе. Так вот, банк отказался перечислить деньги, объясняя это тем, что бизнес Романа Абрамовича, его банковская история – подпадает под европейские международные санкции, поэтому банк не может их нарушать. Был подан соответствующий иск, причем, что очень важно, юридический советник правительства встал на сторону банка и сказал, что да, нельзя нарушать санкции. Но проблема заключалась в том, что Израиль официально, как государство, к этим санкциям не имеет отношения, он их не поддержал и не принял. И вот состоялся апелляционный суд, и этот апелляционный суд встал на сторону Романа Абрамовича, и деньги будут перечислены. Возникает вопрос, я понимаю, что это частная отчасти история, но возникает вопрос, а как будет дальше? Потому что теперь многие юристы задаются вопросом, во-первых, а раньше тоже бизнесменам, которые были под санкциями, тоже отказывали в различных переводах здесь в израильских банках, объясняя это санкциями. Это раз.
А если завтра санкции будут вынесены против каких-то израильских первых или других высокопоставленных лиц, им что, банки тоже перекроют банковский кислород? Вообще, как это будет? Что это будет? Я сейчас не вдаюсь как бы в решение суда, правильное оно или неправильное, я не юрист. Как это все Израиль. будет укладываться вот в эту вот разрыв? Официально государство не поддерживает санкции, а на местах организации, например, банки поддерживают. Нет, это не вопрос конкретных санкций. Конечно, если бы Израиль присоединился к санкциям, было бы все гораздо более просто и понятно. Да. Но несмотря на то, что Израиль не присоединился к санкциям, банки это институты, которые занимаются международными транзакциями. Банки израильские очень сильно подстраховываются от денег, из-за которых у них завтра могут возникнуть проблемы. Из-за этого возникают очень большие трудности у новых репатриантов, которые переезжают из России и хотят элементарно перевести деньги за проданную квартиру. То есть в банках существует четырехступенчатая система проверок, очень тяжелых, с тем, чтобы отсечь возможности приема денег даже у госчиновников или даже у людей, которые работали там с компаниями или в компаниях, которые потом попали под санкции. Как бы банки пытаются обезопасить сами себя. Поскольку нет общей инструкции, каждый банк оценивает вот эти риски на свой страх и риск. Поэтому Мизрахи Тфахот с точки зрения юридической абсолютно прав. Он имеет абсолютное право не работать со счетом человека, который находится под санкциями. Второй момент заключается в том, что, когда вы правильно сказали, решения израильских судов являются, в общем-то, прецедентными. И проблема заключается в следующем. Существует некий чиновник или олигарх, или кто угодно, под санкциями, которому надо вывести деньги. Он находит организацию Низака, пусть, которая большая, международная, известная и так далее. Это же как бы все наша субъективная оценка. А на самом деле это просто НПО, НКО, Да. неправительственная, некоммерческая организация, любая амута. Совершенно Значит, верно. завтра любой такой человек находит организацию, говорит, ребята, я вам сейчас 10 миллионов перечислю на ваши нужды, но из них, пожалуйста, 9 вы потом за консультационные или иные услуги вы перечислите мне, куда я вам скажу. И это превратится в лазейку ухода от санкций. И Израиль за это огребет. Теперь, я не хочу сейчас рассуждать о причинах, по которым данная конкретная судья вынесла данное конкретное постановление в пользу господина Абрамовича. Господин Абрамович здесь не более чем одно из множества имен. Если я не ошибаюсь, порядка 15 тысяч человек, юридических и физических лиц в России находятся под санкциями. А проблемы в банках, я повторю, будут еще у большего числа. Значит, сейчас я надеюсь на то, что Банк Апоалим подаст апелляцию и доведет это дело Мизрах при не необходимости опалим, до... Мизрах это вход. Извините, Мизрахи Тфахот, да. Мизрахи Тфахот. И доведет это дело до суда. Как бы до богатца, в котором ситуация будет рассматриваться. Значит, опять же, она, наверное, будет рассматриваться долго, нудно и так далее, но это совершенно не вопрос, относящийся к ЗАКа. Хотя ее желание получить деньги Да. от потенциального спонсора, оно понятно. Но это решение чрезвычайно опасное для израильской финансовой системы, потому что вообще давно уже понятно, что российские деньги, любые российские деньги, даже у бизнесменов первого круга, не входящих, не попавших под санкциями, под санкции каким-то образом, ну, Потанин там, по-моему, не попал под санкции, еще какие-то люди есть. Это все равно чрезвычайно опасно, потому что любой такой бизнесмен, он всегда управляем Кремлем. И когда ему завтра скажут тратить деньги не на то, а на это, он будет тратить деньги не на то, а на это, потому что таковы условия его существования, таковы условия его сохранения своих собственных капиталов. Значит, неважно, кто это будет, Абрамович, Вексельберг, там, Усманов, неважно абсолютно. Любой из них с российскими деньгами подконтролен российской власти. Российское общество так устроено. Поэтому решение для Израиля плохое, для Запада плохое, для международного сообщества плохое. И будем надеяться, что его остановят. Ну, может быть, вот последний тогда вопрос. Может быть и хорошо, что вообще все это как бы прорвало. И хорошо, что состоялся этот суд, независимо от того, какое он решение принял. И пусть дело дойдет даже до Верховного суда, который внесет в ясность и будут понятные правила игры. В Израиле, я имею в виду. Потому Ну, что сегодня они непонятные. Банки
При всем том, что они самостоятельны, они перестраховываются, они члены международных финансовых институтов, но они это не частная лавочка. Их тоже контролирует Министерство финансов, есть инспектор по банкам, который может устанавливать определенные правила. И возникает ситуация, государство поступает одним образом, банки поступают другим образом. Так может быть действительно хорошо, что дойдет дело до Верховного суда? Вполне возможно. Мы надеемся, у нас же есть, в конце концов, вполне себе независимый глава Банка Израиля. Нагид Банка Израиля не имеет прямого подчинения Минфину, как бы да. Отдельная структура. Если бы, понятно, что это не будет делать израильский политический эшелон по причинам вот этого вот смотрения на Россию снизу вверх до сих пор. Значит, опять же, может быть, там есть какие-то другие финансовые причины, я не хочу их как сейчас затрагивать, вот, но Банк Израиля теоретически может давным-давно сделать определенную инструкцию, касающуюся российских денег. По неопределенным причинам он этого не делает. То, что это сейчас началось, и то, что это дойдет или не дойдет, будет или не будет апелляции и так далее, это, опять же, мы говорим о прецедентах. То есть то, что банк богатство, если он даже будет рассматривать это и в какой-то момент вынесет вот такое-то постановление, это все-таки не инструкция для банка. Это просто указание, что так можно или так и нельзя. Пока что Тель-Авивский суд сказал, что так можно. И это плохо. Как бы, как дальше будет развиваться, будем смотреть, потому что Мизрахи Тфахот пока, насколько мне известно, даже апелляции не подал. Ну, у него еще есть время, судя по тому, что сообщается. Эмиль, да, есть, да. Эмиль, спасибо за этот разговор, за комментарии. На этом все. Напомню, что моим собеседником сегодня был главный редактор израильского портала «Детали» Эмиль Шлемович. Всего доброго. Спасибо.